С самого утра на школьном базаре десятки горожан. Все пришли на шопинг в поисках своего товара. Думала, с одеждой лучше посмотреть что-то. И обложки, и тетрадки, дневники, ручки, все, что нужно. Большим спросом пользуются канцелярские товары. Например, обычная тетрадь 12 листов стоит 13 копеек. Дневник чуть дороже, 1,5 рубля. Альбомы для рисования от 2 рублей. На этом ассортимент не заканчивается. Картон, цветная бумага, краски, карандаши цветные. Пластилин. Один из главных аксессуаров школьника – рюкзак. Выбор огромный. С оригинальной расцветкой, ортопедической спинкой и широкими бретельками. Цена от 20 до 40 рублей. Популярна здесь и школьная форма. Натуральные ткани, свободный крой и декоративные элементы. В универмаге можно приодеть школьника самым изысканным вкусом. Акцент на отечественную продукцию. Лук для девочки обойдется от 200 до 250 рублей, для мальчика от 150 до 250. 10% нам предоставляется в любой день для многодетных семей. По четвергам у нас всегда действующая скидка 10%. На школьную форму в сезон бывает и 30%, и 40%. Если подбить средний чек школьного шопинга, то сумма составит от 300 до 600 рублей. В него входит весь набор ученика. Торговые площадки, напомню, расположились на Социалистической, на отрезке между Карла Маркса и Дзержинского. Время работы ярмарки с 9 до 4, выходной – понедельник. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.